День государственного флага России сплотил 22 августа каспийчан и гостей города на площадке парка имени Халилова. Под патриотические композиции величаво реял триколор страны. В этот праздничный день в репертуаре оркестра краснознаменной Каспийской флотилии прозвучали «Гусарский марш», «Вечер на рейде», «Экипаж, одна семья» и другие знаменитые композиции. Хореографический ансамбль «Даглар» под руководством Гюльнары Алимовой исполнил танец «Вперед, Россия!», а юные таланты детской школы эстрадной песни подарили гостям мероприятия яркие творческие номера. В рамках патриотического праздника также развернулась площадка информирования прохождения службы по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, организованная Республиканским пунктом отбора по контракту. Пунктом отбора на военную службу по контракту по Республике Дагестан организована агитационная информационно-разнесительная работа среди граждан республики. Все желающие поступить на контракт могут прийти по адресу Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, дом 4, корпус 1. Будем вас ждать.